Два ничего, ни к нотариусу, ни к доктору, ни инвестиции, ни квартиру найти. То есть самое большое препятствие – это незнание языка. Второе препятствие – это возможность курс разницы между Россией и Испанией или Китаем. Я не могу вывести сумму, а русским кредит уже не дают. И, соответственно, вопрос в том, что даже у меня есть деньги, но я их не могу вывести за границу. То есть мы используем разные схемы, которые деньги отправили за границу, чтобы я могла там купить объекты недвижимости. Препятствия. Еще очень много разных вопросов, когда ты переводишь своего ребенка, едешь туда, тебе нужно обязательно от мужа спонсорское письмо, нотариально заверено, что муж полностью берет спонсорство до 18 лет на содержание меня и на ребенка. Это должно быть заключено в контракте, при этом сумма должна быть прописана, его на банковском счету здесь по 45 тысяч.